Был заслуженным, стал народным. Известнейший украинский пианист, одессит Алексей Ботвинов, получил звание народного артиста Украины. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Несмотря на многолетние гастроли и признание за рубежом, Алексей Ботвинов остается истинным патриотом своего города и прилагает большие усилия для реализации своих идей и планов в Одессе. Телеканал «Репортер» поздравляет Алексея Ивановича с всенародным признанием.